Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». У компании «АвтоСтронг» большой спектр запчастей. У нас есть все, чтобы ваш автомобиль был здоров и не болел. А сегодня мы вам покажем старый надежный японский двигатель. Покажем, какие моторы раньше строили. Итак, встречаем Nissan SR20. Двигатель SR20 – это атмосферная четверка, которая производилась с 1989 года по 2002. У данного двигателя алюминиевый блок, два распредвала в ГБЦ, гидрокомпенсаторы, а также цепной привод ГРМ. В зависимости от модификации данный двигатель развивал от 114 до 180 лошадиных сил. Данные двигатели принято разделять на три версии. Отличаются они ГБЦ и поршневой группой. Самая первая версия имела самые широкие фазы впускного распредвала. В таких двигателях с завода стояли красные клапанные крышки. С 1995 года начал выпускаться двигатель с другим впускным распредвалом и более узкими фазами. А в 2000 году появилась новая ГБЦ с рокерами. У того двигателя была степень сжатия выше – 10 к 1 вместо 9 и 5 к 1. Такой двигатель производился до 2002 года. Данный двигатель использовался как для европейских моделей Nissan, так и для машин для внутреннего рынка. Нам этот двигатель известен по моделям Bluebird, Primera, Almera и Infiniti G20. У двигателя SR20 есть версия с фазовращателем – SR20VE. Также есть турбированная версия SR20. 20DET. И также первая версия данного двигателя была с одноточечным впрыском SR20DI. Сегодня мы будем разбирать самую раннюю версию этого двигателя SR20DI с моновпрыском, снятого с Nissan Primera 1995 года выпуска. Двигатель SR20 относится к старой школе. Он надежный, поэтому сильно ругать мы его не будем. Но расскажем о некоторых его особенностях. При выходе из строя лямбда-зонда появляются характерные симптомы. Обороты двигателя хаотично скачут. Также двигатель плохо реагирует на педаль акселератора. Также двигатель не развивает обороты выше 3000 и произвольно их снижает. На двигателе, который разбираем мы, дроссельной заслонки не оказалось. Но на АвтоСтронге мы нашли дроссельную заслонку с двигателя с распределенным впрыском. Данная дроссельная заслонка механическая, с датчиком положения заслонки. Датчик положения заслонки обычно никаких вопросов не вызывает, но его стоит проверить, если при разгоне наблюдаются кратковременные потери мощности. Видать, на каком-то участке протерлись его контактные дорожки. Показания датчика проверяются мультиметром. Сигнальное напряжение должно расти плавно и без провалов. Сама заслонка тоже никогда не барахлит, даже при сильном загрязнении. Но после чистки владельцы отмечают более энергичные отклики на педаль газа. Любопытная особенность двигателей SR20 в том, что регулятор холостого хода не относится к дроссельной заслонке. То есть на моновпрысковых версиях он стоит вот здесь под дроссельной заслонкой, а на инжекторных вот здесь на впускном коллекторе. А вот эта пружинка относится к клапану, который приоткрывает дроссельную заслонку во время прогрева двигателя. В системе вентиляции картерных газов данного двигателя, как и на многих других атмосферниках, есть обратный клапан и два пути, по которым картерные газы попадают во впуск. Первый основной путь через маслоотделитель в клапанной крышке и обратный клапан. В данном случае газы уходят во впуск во всех режимах работы двигателя, кроме тех моментов, когда дроссельная заслонка полностью открыта. Когда дроссель открыт полностью, газы из картера попадают во впуск перед дроссельной заслонкой по отдельной трубке и проходят через отдельный маслоотделитель. По этому же пути в картер поступает свежий воздух, когда дроссельная заслонка открыта не полностью. К ранним версиям двигателей SR20 с отдельным маслоотделителем никаких вопросов нет. А вот позже, когда двигатель модернизировали и маслоотделитель убрали, во впуске начало скапливаться много масла. То есть моторчик начал масло-то подъедать. Некоторые владельцы добавляют дополнительный маслоотделитель в трубку для отвода газов перед дроссельной заслонкой, чтобы она не загрязнялась маслом. Также стоит отметить, что при неправильном функционировании клапана вентиляции картерных газов трубку, выходящую из клапанной крышки, сдавливает. В таком случае клапан нужно поменять.
Ну а прямо сейчас с нами мотор будет разбирать тот самый Александр. И мы начинаем нашу разборочку. Двигатель SR20DI оснащен системой зажигания с трамблером. Вот катушка, вот провода. Трамблер стоит на ГБЦ, но в данном случае у нас его не оказалось. Трамблер надежен, никаких вопросов по нему не возникает. Но в один прекрасный день из-под него может начать сочиться масло и появятся провалы в мощности. Для устранения данной неполадки необходимо поменять сальник вала трамблера. И вместе с ним за компанию можно поменять подшипник вала, потому что со временем он может загудеть. При вскрытии трамблера нужно осмотреть контакты и бегунок. Быть может, они нуждаются в чистке. По электрическим причинам трамблер выходит из строя не часто, а именно из-за пробоя транзистора. Но умельцы уже научились менять этот транзистор. Высоковольтные провода служат хорошо, но с годами могут стать причиной вялого запуска двигателя и ухудшившихся откликов на педаль газа. Провода лучше поменять на оригинальные, комплект их стоит $40, но служат они не менее 10 лет. Двигатель SR20 оснащен системой рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR имеет вакуумное управление или электронный сервопривод. При подклинивании клапанов при открытом положении двигатель плохо запускается, плохо тянет при высоких нагрузках, а также нестабильно работает на холостых оборотах. Клапан можно реанимировать, просто почистив его. Многие владельцы глушат этот клапан, но стоит заметить, что это негативно скажется на температуре в камере сгорания, а также негативно скажется и на расходе топлива при средних нагрузках и шоссейном режиме. По вот этой трубке газы поступают к клапану. Здесь он пристыкован к впускному коллектору. Стоит заметить, что здесь, как на двигателе Toyota 3S, есть маленький фильтр, через который крохотные порции газов удаляются, когда клапан закрывается. А вот это электровакуумный клапан, который управляет мембраной, то есть открытием либо закрытием клапана. Все датчики двигателя SR20 очень надежны и долговечны, за исключением датчика детонации. Он требует замены раз в пару лет. Если датчик неисправен, то тяга двигателя снижается, расход топлива увеличивается. А если двигатель эксплуатируется на некачественном топливе, то он еще и звенит из-за детонации в цилиндрах. Если прокладка клапанной крышки начала давать течь, то ее надо поменять. Но поменять надо правильно. Вместе с вот такими резиновыми уплотнителями, которые стоят под гайками. А также надо поменять вот эти полукольца заглушки и промазать их герметом. В таком случае течь масла устранится надолго. Вот уплотнительная прокладка, а вот маслоотделитель. В ГБЦ 2 распредвала и 16 клапанов. На каждом распредвале 4 кулачка. Почему 4? Потому что каждый кулачок давит на металлическую вилку, которая в свою очередь давит на 2 клапана. По состоянию кулачкам распредвала никаких вопросов у нас нет.
В ГБЦ мы видим нагар, а это говорит о том, что мотор ел масло. Вообще жор масла для этих моторов не свойственен, но случается и такое, что моторы едят масло от полулитра до литра на 1000 километров. Чтобы избавиться от жора масла, можно заменить маслосъемные колпачки, а также поршневые кольца. Также помогает раскоксовка. Роликовая цепь ГРМ служит долго и даже дольше, чем на моторе QR20, который пришел на смену мотору SR20. Данная цепь ходит не менее 300 тысяч километров. На необходимость ее замены указывает звон при запуске двигателя, а также постоянное металлическое лязгание. Данная цепь стоит $25, а полный комплект со звездами, башмаками, цепью и натяжителем $140. Напомним, что блок у этого двигателя алюминиевый, гильзы чугунные. По состоянию цилиндров здесь мы видим ржавчину, потому что мотор долго стоял и ждал своего часа. Моторы, которые мы используем в своих разборках, являются учебно-методическим пособием, и такие моторы мы не продаем. В данном случае в цилиндрах Хон присутствует на четверочку, и задиров нет. Состояние коренных вкладышей никакое, то есть они очень сильно изношены. По состоянию поршней компрессионные кольца еле подвижны, маслосъемные кольца залегли и закоксованы. Вкладышам полная да. Короче, поршни в мусорку. Несмотря на удручающее состояние шатунных и коренных вкладышей, коленвал визуально неплох. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный японский двигатель, но, к сожалению, в удручающем состоянии. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте настолько отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».